Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби 2. У нас ивент. Так, Пенни, все свободно. Кто это у нас тут такой? Это что у нас за шитик? Скажи-ка мне на милость. Я не знаю, но давай попробуем тоже сюда поставить. Так, он еще должен созреть, что ли? Воу-воу-воу-воу. Тихо. Что же ты делаешь, а, малыш? Покажи, пожалуйста, мне. Мне очень интересно посмотреть на твои действия. Так, а этого сюда поставим чуть-чуть подальше. Ну? Зомби уже подходит и... Что-то я пропустил момент. Что там произошло? У нас почему-то здесь появилась мина. А почему? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, гаргантюа идет. Стоп, погоди-ка. А как мне вот этого прикажете бомбить? Он летит на шарике. Эй! Ну, давай-давай-давай, валим-валим. Слушай, вот это вот мне бесит. Идет гаргантюа сюда, собственно, персоны, а. А ну-ка, нам нужно... Хорошо, что у нас здесь есть арбуз, который замораживает. Еще один явился, не запылился. На всякий случай поставим сюда. Вот так. Слушай, мы сможем, успеем подбить вот этого зомби летающего, а, или нет? По идее, мы стреляем. Все отлично, все хорошо. Этого, надеюсь, мы сейчас оттолкнем с тобой. Да, друзья, все пока у нас под контролем. Переживать особо сильно не стоит. Мне бы не помешал на самом деле листочек. Вот это было бы великолепно, но его нету. А вот, вот он. Появился у нас листочек. И давай мы, наверное... Ёпрсты, я думал, что они закончились. Нет, они все идут и идут. В наглую, нахрапом хотят нас прижучить. Но я думаю, что вряд ли у них тут все это получится. Вот так вот. Оу, друзья мои, волна идет. Супер волна. Так, срочно подготавливаемся. Так, монетка выпала. Окей, подбили. Сюда поставим с тобой защитника. Вот так. Сюда сделаем, чтобы у нас было 5 горошин. Здесь то же самое. Ну, оттолкни этого гаргантюа. Нечего ему тут стоять. Все, мы его подбили. Ну что, друзья, я вам скажу. Вроде бы как победой пахнет уже. 100-процентной причем. Так, 2 листочка. Я даже могу... Ну-ка, посмотрим, что он делает. И что... А почему он превращается просто в мину? Странно. В любом случае, мы с вами прошли ивент. Так, забираем. Ну, редиска. Какие-то, я не знаю, кто это такие вообще. Шарики какие-то для боулинга. И 1000 монет сверху. Отлично, друзья мои. Ну что, теперь, я думаю, самое время перейти. Так, у нас с вами очередное задание. И здесь, так, уберем вот этот вот подсолнух отсюда. И поставим, пожалуй, как грибочек. Так будет лучше. Ну что, поехали. Где у нас грибочки? Выставляем их. И смотрим, кто у нас там побежит, сломя голову. Ну, в принципе, тут у нас обычные, как говорится, зомби. Должны быть рыцари. Да? Вот это вот мне здесь не нужно, хотя листочек, в принципе, пригодится. Будем разбивать. Давай, грибочки, растите, пожалуйста. Смотрите, видите, уже охламон бежит. Глаза на выкат. Язык на плече чешет. Так, что мы можем с тобой сделать? О, слушай, ну я могу поставить защитников. Пускай он его пока немножко потолкает туда-сюда. И поставить еще один рядочек из этих самых грибочков. Лишним не будет. Так, кушай. Опа, хорошо их такая, да, облила. Так, ну ладно, этого мы еще оттолкнем. Вот этого нужно уже уничтожать конкретно. И нам для этого кто понадобится? Ну, в принципе, можем взять Бонг Чой. А можем также его подбрасывать. Давай, наверное, подбрасываем пока. Или вот так лучше сделаем. Ну. Давай, 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 сгорай. Дотла.
Еще грибочек, еще защитник. Сюда поставим, наверное, с тобой вот так. Я думаю, что это будет вообще великолепно. Можем, кстати, применить сюда ульту, и они никуда не пройдут. Пока я буду высаживать грибы. Давай вот так вот сделаем, защитника сюда поставим. Все, друзья, два ряда грибов, я думаю, этого более чем достаточно. Теперь надо вставить бонг-чой, лазер-бин, ну и все прочее. Все прочее, а прочее это у нас кто? Это у нас бонг-чой, вот тут будет тоже стоять. Так, вот этот зомби меня немножко смущает. Мне нужно как можно быстрее поставить защитника. Давай вот так вот сделаем. Все. А теперь лазер-бин пошел в дело. Пускай стоит, вжаривает, если что. Сюда можем поставить с тобой еще одну защиту. Так, бонг-чой пускай здесь постоит. Хотя надо было лазер-бин ставить, мне кажется. Сейчас тут зарастет все этими могилами. Да? Давайте энергию. Еще поставим сюда лазер-бин. Ну и, в принципе, я думаю, что этого будет более чем достаточно. Защитимся немножечко, да? И поставим с вами лава-гуава. Оке, можно влепить, кстати, сюда. Так, смотри-ка, рыцари уже идут. Ха. Это хламоны, а. Давай лазер-бин поставим сюда. В принципе, смотри, бонг-чой нормально делает, да, он уничтожил это надгробие, которое было. И мы туда с тобой поставим лазер-бин. Все. Так, секунду, погоди-ка, секундочку. Вот здесь вот у нас зомби с ведром на голове. Зачем он нам здесь нужен? Естественно, не нужен, поэтому мы его быстренько с тобой уничтожаем. Делаем защиту. Как они его быстро съедают, эй. Ребятушки, пошли-ка прочь отсюда. Наяривают они мне там. Слушай, а вот тут их дофига. И знаешь, что я тебе хочу сказать? Нам надо сделать немножко по-другому. Пускай лазер-бин хотя бы здесь бомбит. Так, у нас, по-моему, сейчас защита пропадет. Усилим ее. Ну, я тебе могу сказать одно. Уже практически уровень пройден. Остаются вот эти два и... рыцарь. Зомби-рыцарь. Был бы у меня магнит, мы бы быстренько с ними разобрались. Мы просто бы забрали у них в шлемы и расстреляли бы их. А так они, видишь, под защитой. Так, погоди-ка. Давай, наверное, вот здесь тоже уберем с тобой и поставим лазер-бин. Потому что у нас... Где у нас, ребята, нет дальней атаки? Да практически везде есть, так что все, можно расслабиться. Сюда я поставлю защиту дополнительную. Потому что когда она, ребят, мерцает, это говорит о том, что скоро она исчезнет. Больше я здесь не вижу смысла вообще кого-либо ставить. Можно, конечно, вот так вот сделать. Ну, чисто постебаться. Да? О! Видишь, опять защита моргает. Значит, скоро исчезнет. Ну, а мы с тобой выставим еще... как говорится, защиточку. И вот сюда орех. Все, друзья мои. Фулл защита у нас с вами получается здесь, да? Никто не пройдет. Даже муха не пролетит. Поэтому можем себе вот так вот позволить. Окей. Сюда можно для понта поставить бонг-чой. Хорошо, что эти зомби не разворачиваются назад, да? И не съедают мои растения. А мы спокойненько их со спины, как говорится, бомбим. Так, этот упал и остается последний. Это у нас, кстати, седьмая ночь. Все, друзья мои. Победа за нами, мы с вами продвигаемся дальше. Собираем монетки. Ну, неплохо. Так, ребята, двигаемся дальше, на следующий уровень. Ну что такое, сколько там всяких этих-то понавыпадало мне. На огород я заходить не буду, поехали. А у нас с вами следующий уровень.
Абсолютно ничего новенького я здесь не увидел. Все по-старенькому. Единственное, что... Ага, смотри-ка, мне здесь уже дали по стандарту. Сейчас, кстати, я посмотрю, что эта фасоль делает. Она, по-моему, у нас идет для добычи солнца. Вы видите, вот грибочек со значком солнца, да? И вот эта фасолина тоже имеет значок солнца. Так. А, все, я вспомнил, что она делает. Ребят, если зомби съедает эту фасолину, по-моему, он там дает нам очень много солнышек. По-моему, так это должно работать. Тогда зачем он мне здесь нужен? Вот объясни, зачем я его сюда поставил? Давай-ка мы его отсюда уберем. Или пускай... Нет, уберем. Ну, выкапывайся. Кстати, у нас здесь с тобой есть гипногриб. А он очень хорош. Мы это знаем. Чем он хорош? Мы за счет него можем сделать здесь себе гаргантюа. Но это единственное, нужно, чтобы у нас была ульта. Только в этом случае. Так, подожди-ка. Мы этого успеем разобрать с тобой, нет? Наверное, не успеем. Немножечко я запоздал с дымогрибом. Его сейчас съедят. Ай, его уже съели. Упс. Вот это было не продумано, если честно, с моей стороны. Так, придется, ребят, улететь. Ладно, тыщенку потратил, фиг с ним. Можно было, конечно, истратить газонокосилку, но я почему-то не захотел. Пожалел своего маленького грибочка. Так, вот здесь уже действительно не до шуток, надо ставить защиту. Так, дай-ка мне листик отсюда, пожалуйста. Это листочек. Так, смотри, что у нас будет. Вот этот вот, например, зомби съедает вот эту фасолину. Видишь, он начинает светиться. Блин, придется, ребята, гипногриб. Ой-ой-ой. Стопы, мелкие. Что нам с тобой можно тут... Вон, видишь, ребята, он погиб. Давай вот так вот сделаем. Под ультой, потому что их тут накопилось. Ох, ничего себе он. Ребят, я не думал, что он вот так вот бомбить будет. Круто. Вот этот дымогриб. Слушай, интересно, вот этот орех выдержит или нет? Давай вот так на всякий случай сделаем. Пускай они тут вдвоем бомбят. Ну, так, здесь проходит. Ай-яй-яй. Придется так тогда сделать. Гипногриб нам в помощь. А тот так и уйдет себе спокойненько, да? Даже не успели мои ребята его забомбить. Так, вот это плохо. На-ка, съешь грибочек, точнее фасольку. Поставим сюда с тобой защиту. И еще немножечко гипногрибов. Ой, гипногрибов, дымогрибов. Вот здесь вот мы с тобой уничтожим. Ох, ё-моё, некроманси, да? А ну-ка. И здесь то же самое. Всех сдули. Так, давай-ка еще разок. Ну, прикольно, да? Действует он. Но это еще не все. Сейчас пойдет, друзья мои, последняя волна. Надо к ней подготовиться. Вот таким вот образом мы с тобой сделаем. Сюда надо поставить, наверное, орех. Сюда надо поставить орех. Ладно, пока у нас нет такой возможности. Ну-ка. Блин, не успеем, наверное, мы его разбомбить. Мне кажется. Идет армия зомби. Так, погоди-ка. Как же нам так сделать-то? Надо выкапывать вот этого малыша и ставить дымогриб. Иначе нас тут уничтожат. Сейчас вот этого зомби этого надо убить. Все, да? Получилось. Они пошли оба под этим, под гипнозом. А смотрите, что здесь происходит, ребят. Здесь-то не очень хорошо все.
Ну, уничтожьте его, елки-палки. Чего вы так долго? Ладно, этот еще рыцарь, да? Круглого стола. В шлеме своем недоделанном. Все? Осталось только уничтожить его. И мы справляемся. В общем, друзья мои, восьмая ночка у нас тоже с вами прошла довольно неплохо. Но какое-то напряжение чувствуется. Оу, пиньяточка. Вот это всегда приятно. Будьте добры, вскройте мне, пожалуйста, эту пиньяту. Я хочу глянуть, что нам из нее выпадет. Да ладно, магнитик. Тот самый, окей. Дымогриб. И все, да? Ну что же, мы переходим тогда с вами на следующий уровень. Дэйв и Пенни пришли. Кстати, смотрите, ребята, у нас на поле какие-то микстуры лежат. Ну-ка, что это такое, а? Что это? Подожди-ка, у нас ночь. Какие тут подсолнухи? Подсолнухи здесь не нужны. Нам нужны вот эти грибочки с тобой. Нам нужны защитники. Лава-гуава. Возьмем с тобой вот этого. Бонг-чой. И, наверное, орех. Или же лучше взять... Или дымогриб. Видишь этот шут здесь? Елки-палки, терпеть его не могу. Нет, все-таки я возьму защиту. Что это за пробирки там стоят, а? Это за меня или для зомби? Это зомби достает их из-под земли и выкладывает, ты прикинь? Значит, они что-то делают. Улучшает, может быть, зомбарей. Ты посмотри, что происходит, эй! Ну-ка посмотрим, вот он сейчас съест. Ох, 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 тихо, 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 парень. Он, по-моему, стал крупнее, да? То есть это баф для них. Да, это нехорошо. Это очень нехорошо, поэтому нам надо с тобой защитников здесь ставить. Прикинь, мы целого защитника потратили на одного зомби. А я, так понимаю, уничтожить это все не могу, да? Окей, хорошо, давай сюда бонг-чой поставим с тобой. Смотри, идет еле-еле, оп, съел, подрос. Сейчас еще эту съест, да, еще и ускорится. Ну-ка. Срочно, друзья мои, защищаемся как можем. Блин, нифига себе. Имбу такую им подогнали здесь. Срочно нам нужно с вами защищаться. Так, лазербин пускай здесь стоит. И я лаву не могу сюда поставить, ты понимаешь? Потому что здесь занята как бы ячейка. Обалдеть. Я даже боюсь, что... Ой-ой-ой, что и бонг-чой здесь, наверное, не справится. Вот какой вопрос. Ну-ка, давай так сделаем. Шут идет. Давай, 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 бонг-чой, пробей его, пожалуйста. Все, наказали. Так, сюда поставлю защитника. Сюда, наверное. Или сюда лучше. Куда я лучше бонг-чой? Это вот сюда, наверное, поставим с тобой. Уничтожим вот эту вот могилку. Поставим защитника. Слушай, я только за счет защитников здесь... Неплохо ситуацию разруливаю, согласись. Последний грибок высаживаем и все. Теперь занимаемся своими делами. Теперь будем заниматься своими делами. А точнее, именно защитой. Этот зомби, конечно, сильный, крепкий. Слушай, мне кажется, знаешь, что нужно сделать? Ох, давай быстрее, быстрее. Окей. Спалили. Дотла их. Нам надо вот сюда вот, наверное, защиту поставить. Сюда защитника. Ой, я, ребят, кое-что прозевакал. Ты понимаешь? Ну съешь, съешь грибок. А, он даже его не стал есть. Хе. Так, шут гороховый идет. Идет гороховый шут, мы его оттолкнули. Слушай, это еще не конец, ребята. Еще будет волна.
Так что радоваться пока рано. Давай сюда лаву-гуаву поставим. Сюда еще, наверное, защитника поменяем. Так, и лазербин. Нам нужен этот парень. Рыцари эти, я думаю, здесь не пройдут. Бонгчуй тут позанимается делами. Плюс еще лава-гуава их немножко подбомбит. В принципе, ребят, все хорошо у нас с вами. Я более чем спокоен. Тут у нас гуавочка, все дела. Листочек вылетел. Ох, как хорошо, прижучило. Давай, 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 иди сюда, шут горохов. Сейчас тебя быстренько здесь накажем. Ну? Ха-ха-ха, сгорел на работе парень. Сгорел? А ведь я знал, что так будет. Давай еще одного защитника сюда поставим. Так, здесь у нас, вот я думаю, вот этот гриб можно выкопать и вместо него поставить лазербин. Вот так вот. Сейчас пойдет массовая атака на нас. Ну, я более чем готов, друзья мои. Более чем. Сделаем сюда лаву-гуаву. Вот это вот надгробие уничтожим. Поставим защитников. Все как в лучших городах Лондона и Парижа. Вот так еще сделаем. Побольше лавы-гуавы выставляешь везде, и все, и ты можешь быть на расслабоне. Так, защитника слопали уже, да? Бонгчой, мы будем по тебе скучать. Ты был хорошим бойцом, но, к сожалению, тебя съели. Так, погоди-ка. Пробафались, говорите, да? Пробафались? Думаете, вам все можно здесь? А вот уж дудки. Вот тут вы, дудочки, не попали. Это последние охламоны. Сейчас мы их с вами разбомбим, и все будет хорошо. Блин, хотел из-под тишка со спины, не получается. Ну? Давай, 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 последнего этого добей. Не успел. Не успел он, к сожалению, съели нашего Бонгчой. Ну, а здесь-то вот кто-нибудь... А, ну, ребят, видите, здесь только у нас один Бонгчой, и остальные все ближнего боя особенно. Тут, точнее, лазербин, вот Бонгчой. Да что вы с этим чудиком-то церемонитесь? Кто там у нас, рыцарь, что ли, такой долгий? Ну, лаву-гуаву хочешь? Получи, будьте лава-гуава. Все просто распадается. Да, ребят, конечно, вот этот вот дополнительный баф для зомби — это хорошо, для меня это плохо. И мы с вами выигрываем какой-то манускрипт. Окей. И я думаю, что нам нужно переходить на следующий уровень. Так, что у нас тут? Лорд Зампос что-то пишет. Принеси, он требует, ребята, чтобы мы принесли ему мозги на блюдечке, ага. Так, а вот и сам Зомбос пришел. Что ему надо, а? Да, Дэйв. Я смотрю, там какого-то баланса нету. Крейзи, совсем с ума сошли. Ё-моё, Гаргантюа здесь будет. Это не есть гуд. Ага, вот такая вот у нас миссия с вами. Я очень обожаю вот такие вот миссии, где надо тебе самому выставлять уже готовую продукцию. Да? Давай, 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 быстрее уничтожаем эти могилки все. Так, сюда поставлю орех. Сюда поставлю орех. Так, маленький грибок. О, листочек нам достался. Сюда поставлю мину. Так уж и быть. Эти надгробия нужно нам быстренько уничтожить. Ой-ой-ой-ой-ой, дымогриб здесь остается один. Так, и здесь тоже как-то не очень хорошо. Справимся, нет? Как ты думаешь? Листочек выпал. Ну, в принципе, листочек, когда у тебя есть в кармане, уже намного поспокойнее, согласись. Тем более мы можем еще вот так вот сделать. Еще один дополнительный листочек себе заработали. Давай возьмем.
Сюда поставим мину. Сюда поставим малыша. А сюда дымогриб. И будем просто уничтожать с тобой вот эти вот надгробия. Нормуль? Нормуль. Так, сюда заменить орех надо. Слушай, я думаю, что они не пройдут. Хотя, шуты гороховые идут. Мы можем что сделать? Вот так вот. Хопа. Плюс орехи все целые, да? Все целые. Значит, пока... Оу! А вот это уже плохо. Вот они, ребята, начинают уже ерундой страдать. Крутиться волчком, соответственно, уничтожая все и всех. Нам это нужно? Нет. Так, куда бы тебе шитик поставить? Сюда, наверное. А ну-ка, давай, наверное, вот так сделаем. О! Так, орех сюда, на прикрытие. Дымогриб вот сюда поставим. Ой-ой-ой-ой-ой, гаргантюа идет. Друзья мои, идет гаргантюа. Будем, наверное, ультой бомбить. Это вариант очень хороший. Эй-эй-эй-эй, смотри, что происходит, ребят, наверху. Вот, сдули. Так, мы сюда поставим с тобой мину. Что это такое было? Что это было-то? Такой жиденький подрыв. Кстати, нам... Ага, конечно, размечтался. Все, мы его бомбанули с вами. Давай сюда на всякий случай мину поставим. А что у нас? Орехи-то куда-то сместились. Не туда, куда надо. Так и должно быть, разве? По-моему, я их ставил ближе. Давай, дымогриб. Бомби, наяривай. Фига тут. А, это все из этих... Из-за могил. Они уничтожают нам, да? Не надо тут, блин. Что же делать-то? Так, вот здесь прорываются. Они везде прорвались. Они, друзья мои, прорвались везде. Так, сдули мы его обратно, да? Сейчас пойдет последняя волна. Давай вот так вот сделаем, наверное. И вот так. Друзья мои, идут охламоны. Так, давай быстренько сюда с собой мину поставим. А гаргантюа? Тут он не один. Тут он не один. Это плохо. Началось, началось тут разруха. Поехали. Ну? Блин, листочек давай. Вот так, подальше его, правильно. Минус один. Так, друзья мои, остается вот этот вот охламон, который идет напропалую, все ему нипочем, просто пробивает. Я вот сюда орех поставлю, чтобы он просто хотя бы, ну, отвлекся на него. Этого я поставить не могу. Ай, на, бомби пока. Друзья мои, у меня... Ну, мы подбили. Ё, просто. Тут же нет газонокосилок, поэтому, ребята, он мог просто пройти и все. Hammer Time, редкая. Ну что, мы с тобой получили пиньяту еще одну. Давай посмотрим, что из нее нам выпадет. Давай, давай, давай. Ну, показывай. Так, 100 монет. Это стандарт уже какой-то. Опять же нам достается магнитик. Магнитный гриб и солнце гриб. Все, да, на этом? Ребята, у нас с вами это была 10-я ночь. По идее, можно уже и заканчивать играть, потому что там остается всего лишь 9 уровней, и мы с вами пройдем. Да, пожалуй-ка, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр, и до новых скорых видосиков. Удачи вам!